второй сундук. И... 6! 6! 6! Красава! Круто идем, вообще. Бам! 6? Кто сказал 6? Ребята, никогда не угадайте, что там. Впервые потому... в истории! Да, такого не было. Никогда. Ребят, у меня 6. Капец. 6? У тебя 6. Бам! Бам! Итак, дорогие друзья, всем здравствуйте. Это вторая серия батла сундуков. Глобальная батла. Глобальный выпуск. Глобальный батл всех самых топовых ютуберов в СНГ. Я надеюсь, никто не обидится. Пау, пау, пау! Сейчас в комментах ты будешь... Фу, ход! Ребят, извините, это для антуража, я так сказал. В общем, с нами Павел Шампанов, личная персона. С нами Сергей Аурум. И Эрик. Друзья, это на самом деле очень серьезный батл. В предыдущей серии мы открыли на 16 тысяч в общей... Не, стоп. На 16, да, ребят? Да. На 16 тысяч гемов. Эта серия такая же точно. Точнее, этот батл. Но у меня сейчас на балансе и у парней по 2000 гемов. А где же остальные делись? Остальные будут по ссылкам в описании. Переходите. Первая серия у Паши, вторая серия у Сереги, третья у меня и финальная серия у Эрика. Смотрите все серии, считаете, кому что выпало, считаете баллы. Я думаю, вы знаете, сколько бойцов, какой балл. Ну, давайте я проговорю быстренько. Редкий боец 1 балл, сверхредкий 2, эпик 3, мифик 4, лего 10 баллов. Считайте баллы и по традиции в комментариях пишите, кто победил. В предыдущем выпуске, если кто смотрел или хотите спойлер, выиграл Аурум и Эрик. Это, ну, у вас не, у них ничья, представляете, у них одинаковые баллы. Да. Тоже, если интересно, можете заценить наши предыдущие серии. Очень было круто. Это продолжение. Две серии уже отснято у Аурума и Шампанова. Переходите, обязательно посмотрите. И это продолжение. Мне реально интересно, чем это закончится, потому что, ну, ребят, это уже получается 32 тысячи гемов, да, всего мы задонили? Ну, да. На выпуск. Вы представляете, посчитайте, сколько это в деньгах. Это много в деньгах. Ну что ж, все готовы? Да. Да, да, капитан. Единственное, перед открытием, давайте сравним шанс на лего. У кого какой? У меня 100%. Блин. У меня около того, сейчас посмотрю, уточню. Ну, у меня тоже плюс-минус. Кстати, у меня 0.03. Кстати, без рофла, если не назвать, зрители не увидят, сколько ей. А, ну да, кстати, там очень маленькие экраны. У меня 0.09. 0.03. Начинаем? Итак, это 12 сундуков, да. Нажимаем все, нажимаем на гемы, и когда будете готовы, жми-жми, давайте одновременно открывать. Готовы? Я готов. Все готовы? Я готов, да. Итак, первый сундук, пошел, бам! Бам! Есть что? Есть что? Есть что? Нет. Нет, смотрите. А, уже надо нажать, посмотреть, сколько да, цифр. 5 предметов, да? Итак, 5. Все, открываем этот сундук и давайте сразу зажимать следующий. Смотрите, я знал, что с первого... Тихо. Я знал, что с первого ничего не выпадет, ребята. Это идет все по сценарию. Следующий сундук, второй. Очень важно вот сейчас сделать кое-что интересное. Ребята, все сейчас, кто смотрит, нажмите прямо сейчас, в эту секунду, лайк и подписаться на канал. И увидите, что сейчас произойдет. Даю вам секунду. Надеюсь, вы это сделали. Вы готовы, ребят? Да, да. Открываем второй сундук и... Чё? А? Ничего. Ничего, правильно. Впервые потому... в истории у четырех ютуберов одновременно. Никогда такого не было, никогда. Чтобы по 5 предметов, поэтому посмотрите, возможно, ваш друг не смотрел видос. Возможно, это мировой лайк. Рекорд. Третий сундук, вы готовы? Это мировой рекорд. У всех давай. Третий сундук? У всех? Да. Так, подожди, подожди, да. Подожди, подожди. Ждем, ждем. Все, я готов. Готов? Я итак, готов. Раз, два, три. Ну? Оп. Блин. Да? Вот да? Это совпадение, третий раз, у всех по 5 предметов. Ты... Это сыгранность, ребята, это сыгранность. Нам надо ехать на чемпионат, нам надо ехать. Давайте, четвертый сундук, открываем. Так, пацаны, не залажайте, чтобы по 5 было у всех. Давайте, давайте, жми-жми, у всех горит? Да. Давайте, одновременно, я считаю, раз. Все, готов. Давай, раз, два, три. Три. Ну. 5! Красава! Вау! Yeah! Вы лучшие, Ребзи, вы лучшие. Спасибо вам за лайки. Командная игра, командная игра. Просто вообще великолепно. Тащим, идем. Тащим, тащим. Так, четвертый сундук. Я готов. Давай. Я на старте. Так, у всех жми-жми, да? Да. Ребята, никогда не угадаете, что там. Готовы? Да. Поехали. И... 5! 5! 5! Круто! Смотрите, 5 раз, 5, это знак. Так, а вот сейчас пятый сундук.
Это будет не 5. Не, 5 предметов. Пятый сундук, 5 предметов. Нажимайте. Когда жми-жми будет, скажите. Что? Что? Жми-жми. Я случайно кликнул. Жми-жми, да. Ну давайте, нажимаем все, открываем пятый сундук. Давай. Что, что, что? Ни у кого. 5! Все, все правильно, все. Итак, ребята, мы прошли 5 уровней, по 5 этапов. Это все на самом деле было так и запланировано. Смотрите, теперь. Это 6-й сундук. Все код ввели? Блин. Все ввели? Да. Все. Вот, да. Лайк подписаны все, да? Да. 6-й сундук. Нажимайте, жми-жми, когда будет, скажет. Вот сейчас точно будет. Вот стопудово. Все, 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 все. Да. Да. Жми-жми. И давайте. Так, а теперь смотрите, открываем. Хоп. И... 5! 5, да, значит, хорошо. 5, да. Круто идем, вообще. Красава. Не, ну на самом деле, вот важно. Реально, вот если без шуток, то, что нам так долго не падает, это значит, что один из следующих сундуков точно будет Лего. Вот смотрите, Ван Аурум говорит, либо у Холдика, либо вот у Эрика на канале, по-любому сейчас будет Лего, я вам гарантирую. Так, твои слова да в уши рандому. У всех сейчас шестой сундук, жми-жми. Да, у меня жми-жми. Итак, Ребзи, давайте одновременно. Раз, два, три! Три! Блин, я отстал от вас, ребят, у меня 6, капец. Шесть? У тебя 6? Да. Иди сюда, родной! Блин, я забыл, ты живешь далеко. Блин, хотел со всеми идти ровно в строю, а я тут вообще не отстал. Ну ладно, 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 прощай, давай, открывай. Ладно. Это какой, 7-й сундук, да, получается? Давай. Итак, что-то светится там интересное. Давай. Пиши в комментариях, что там, как ты думаешь. Итак, на счет 3. Раз, два, три. Опа! Понятно. А что выпало? Гаджет! Гаджет, был бы круто. Так а что выпало? Что выпало тут? На первой силе. Да, выпало Биби, блин. Ну, выпало и выпало, ладно. Ну, такое эпичное. Сколько у вас гемов? Сколько у вас гемов сейчас? Блин, я на жми-жми. 400. У меня 400, все правильно, да. Все правильно. Нажимайте жми-жми все. Угу. Да. Готовы? Блин, да. Я нажал. Да, ёпта. Ну ладно, открываем тоже все. Хоп. Хоп. 5. Необычно. Как все, 5. Все, все ровно идем. Сейчас все нормально. Кто-то не подписался, отвечаю. Вот найду, вычислю. Посмотрю потом. Так, давайте. 338 гема у меня. Отлично. Ну, в смысле, да. Давайте, следующий сундук, когда жми-жми всех будет. Давайте одновременно. Угу. Жми-жми. Давайте, готов? Готовы? Жми-жми. И да. Поехали. Бум. Бум. 5. 5. Я хочу напомнить, что в прошлый раз у меня выпало Лего, поэтому как бы ничего удивительного. Спасибо. Прошлый раз не считается. Ну да. А мы не суммируем баллы, да? То хоть какие-то шансы бы у меня были на победу. Ну да, это же реванш. То есть тут смотрим в этом батле, типа, кто затащит. Ладно, ладно. Так, ну что? Надо было с чистого листа, стопудово. По-любому. Так, у нас всех сундуки жми-жми. Да. Да. Ну давайте. Бум! 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 6! 6! 6! 6! 6! Это кто говорит? Это кто говорит? Подожди, у кого 6? Кто ты? У меня. У меня. Я Аура. У тебя 6? Да. А у тебя, Вань? У меня 5. А у тебя, Паш? У меня 5. Так что, мне открывать или ждать вас? Что делать? Открывай, да. Конечно. Этот сундук так. Мы открыли, ждем. Готовы? Так, сейчас смотрите, историческое событие. Вот прямо сейчас ставите лайк, я за Холдика буду байтить его стандартными байтами. Значит, ставите лайк, подписывайтесь. И весь грандиозный план Холдика заключался в том, чтобы мне прямо сейчас выпало Лего. Он договорился с великим богом рандома, все ввели код Аурума, все подписались, посмотрели видос Шампанова, посмотрели видос с Аурума. Теперь досматриваем Холдика, и я на 3 открываю, и здесь Лего. Ваня, нормально? Да, все? Да, да, да. Все, как я тебе раз, сказал. 3! Ёлочка, 3! Ну, это Беа. Это Беа. Ну, классный перс, кстати. Ну, да, неплохо. Ну, так. Кстати, это 4-й из 5 эпиков, то есть, на самом деле, я вообще на финишной прямой так, по эпикам. У меня 180 гемов, эпики. А у вас? У меня тоже жми-жми. 195. Жми-жми у тебя уже, Паш? Да. Давайте, я тоже. Тебя тоже жду всех жми-жми. У всех и жми-жми. Итак, меня... давайте, ну, хоть один сундук что-то дайте. Итак, готовы, и бам! Да. Бам! Бам! Так, подожди, Паш, у тебя тоже эпик, да, был только что? То есть у нас поровну сейчас. У меня последний сундук остался, у вас как? У меня, по сути, тоже. Ну,
всех? Я не помню, что у меня было. Да, у меня жми-жми. Ну давайте, жми-жми. Итак, все последние сундуки. Так, последние сундуки, да. Итак, внимание, все подписчики Эрика, Аурума, Шампанова, все подписываемся, не стесняемся, все, хоп, готовы? Да. Бум! Бум! Пять. Шесть? Кто сказал шесть? Ну ладно. По-моему, было классное открытие. Я могу еще. Я тоже могу большой. Большой? Давайте все большой откроем один. Да, давай. Я не буду. У меня жми-жми. Давайте. Готовы? Раз. Да. Два. Три. Хопа! Два предмета, да, как я и хотел. Ну это ничего не дает. Итак, друзья, спасибо вам, что подписались, да, поставили лайк. Ну, я выбил, вы видели? Я выбил. Я тоже выбил. Друзья, я думаю, что по-любому что-то будет в финале. Все сейчас переходим по ссылке в описании на продолжение к Эрику и смотрим, что будет в финале. Ну и предыдущие серии тоже зацените, они тоже в описании. Чекайте, считайте баллы. Там реально вам берите калькулятор, потому что считать долго придется. И подписывайтесь на все наши каналы. Ставьте уведомления, всего хорошего, пускай вам везет. И сейчас, как модно говорить, 36,6 и всем пока. Спасибо, Владимир. Пока-пока. Пока-пока. Пока.